smoky room, with your face reflecting bright green, brights and blues. You know I kinda want to disappear with you, but I don't think that is what I would usually do. For live betting. Да, с большой задержкой, но все-таки начинается финальная Best of 3 игрового дня в рамках турнира LootBet. Групповая стадия в самом-самом разгаре. По сути, вот мы снимаем такой, я не знаю, верхний слой, потому что команды уже пытаются пройти в плей-офф. И сейчас каждый матч уже, по сути, финальный. Да, LDLC против Ad Hoc. Что ты думаешь по поводу этого противостояния? LDLC имеют на бумаге очень даже неплохой состав, но вот с результатами что-то у них идет постоянно не то. Если не сейчас собраться, то когда? Потому что закрепиться, пройти в плей-офф, попробовать посоревноваться уже там с своими, ну, с более, наверное, именитыми соперниками, которые туда уже пробились, и повоевать за призовый фонд в 30 тысяч долларов, это именно то, что может укрепить ваш состав. Ну да, но Ad Hoc в последнее время тоже как бы не блещет своими результатами, поэтому я думаю, что здесь... Все-таки LDLC выглядит немного посильнее, чем ребята из команды Ad Hoc. Ну, посмотрим, друзья. Буквально через несколько минут начнется уже пистолетка на первой карте. Опять же, не забывайте подписываться на данный канал, не забывайте заходить в наши социальные сети и писать в чат Твича с хэштегом UCC свои вопросы. Опять мираж. Скажем так, все тут заканчивается, все тут начинается. Весь мир — это сплошной мираж. Мираж Инферно даст 2, серьезно. Режиссер. Где Трейн, где Нюк, Вертига? Нет, Заяц, не сегодня. Сегодня только вот классика. Тебе будут сниться сегодня Мираж и Инферно. Как будто вчера мне снилось что-то другое. Ножевой раунд, по всей видимости, будет выигрываться, кстати, Ad Hoc, потому что остаются они вчетвером против двух игроков. Но как-то здесь еще можно распетлять. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, 1-2, шанс-то есть. Ну, тут мейджор пытается что-то сделать, хотя если одного сможет вырезать, но нет. В прыжке поймали его, как будут продолжать играть за защиту, по сути. И LDLC будут демонстрировать свои атаки. Ну, не так и критично это в целом. Согласен. Интересно сейчас, на самом деле, вот на сравнении, на контрасте посмотреть, как пройдет этот мираж по сравнению с завершением предыдущего Best of 3, где еще также был довольно близким, 16-11. Есть возможность выйти на улучшение этого круга, скажем так. Да, есть такой момент, но LDLC вроде бы неплохо умеют играть эту карту, но с одной стороны, смотрел я матч против Vexed, и мне не очень зашло. Причем они играли два раза, оказывается. Я сейчас смотрю статистику, 16-14, 16-10 они проиграли. Что касается Ad Hoc, поражение от Youngsters и поражение от Virtus.pro. Ну, сразу ставится какая-то пауза, явно технические неполадки у игроков. Лучше все подфиксить до начала первых перестрелок. Знаешь, дальше будет Inferno.
Ad Hoc вообще 0 карт играли. А у LDLC всего 20% винрейт за 5 карт. То есть одну они выиграли у Эксперт, остальные все проиграли. Видимо, на Инферно будет намного веселее у нас ситуация сегодня. Но дойдем ли мы до Даста второго, это еще вопрос. Ну, Дасте втором две карты у Ad Hoc сыгранных. Там два поражения и у LDLC 25% винрейт. Ну, не зря коэффициенты на этот матч, они довольно равные. И здесь нужно посмотреть на вот состояние коллективов именно сегодня вечером, вот в эти 9,5 часов по московскому времени. На LDLC начинает атаковать точку Б. Контактом с глоками хорошо принимается сейчас со своим 2000. Так, перезарядка. Алексера нашли. Сайкен первый есть. Ну, хороший размен оформлен командой LDLC в этом моменте. И Дэвид и Мали будут вдвоем пытаться что-то здесь сделать. Какой-то интересный ретейк. Надо уже хэппить. На всякий случай на помощь. Дэдэк убивает LDLC. И остается... Ох, как тут ворвался Сиксер. Ну и хэппи один. Пытается тут дефузить. Воу! Давид, что поставил? Трипл килл, взял раунд. Не отвлекай, он просто ему сказал. Такой тап отправился в апарт Б. 3600, 3950. Хороший, конечно, сейчас будет от защиты. Посмотрим на фармганы. И вот мы видим, что в LDLC верит чуточку больше. Ну, LDLC сейчас отдали свой раунд, на самом деле. Как ты считаешь? Ну, тут действительно все это было очень-очень странно. И, наверное, все это сводится к отличным соло-действиям от игрока Ad Hoc. И сейчас Мали идет давить в аркаду под центр, под старт, где он может собрать просто, ну, кровавую жатву. И он начинает это делать. Там еще и помогал Сиксер по своим настреливая. Быстрый раунд для Ad Hoc. Прям молниеносно они его исполнили. Ну и сейчас полноценный байл LDLC. Что ты вообще думаешь по поводу Хэппи, Мейджора, Сиксера, которые так долго играли на высоком уровне, и сейчас вот что-то у них не получается вернуться туда, где они были. Оказались в LDLC, образно говоря. Ну, LDLC в одно время были тиранин коллективом. Очень мощной командой, поэтому... вопросов нет. Но сейчас-то это не так. Сейчас-то это вообще не то совсем. Я считаю, что у всего есть свои причины, но об этом поговорим чуть-чуть позже, потому что сейчас очень важный раунд для LDLC, смогут ли они размочить что-то сразу же, пока куча гранат на центре и погибает уже от скаута первый игрок. Мейджор также падает, скальта, приемка от Секена, и отлично забрал Сиксера. Вау, получает лицо, и как-то очень все просто для Ad Hoc было, если честно. Вы против Калашей вообще-то играли, ребят, вы в курсе? Да, и снова минус деньги для LDLC, и трудные раунды изначально, если говорить про пистолетные, забрали Ad Hoc, сейчас вообще 5-0. Какие предикшены на матч? Ну, по предикшенам мы вроде бы сказали, что тут очень тяжело ориентироваться по картам, по которым нет статистики даже нормальной у команд. Ну, я опять же склоняюсь к тому, что LDLC должны быть тут сильнее, но LDLC могут долго раскачиваться. Такое ощущение. Прокидывается хаешка в андер. Получил небольшой демедж, но молотом он просто не упускает его. Мали принимать за белым ящиком. Берет руки гранаты. Его чуть не поймали на этом муве. Но и молотов отлично кинул вниз. Другое дело, что получает он уже 45% демеджа по себе. Так, хэппи дождется. Поставил хедшот. Неплохое начало. Есть размены, по итогу Санкен успевает прийти с зигзагом и должен настреливать за ящики. Давид Мейджора забрал, и остается три игрока атаки, которые разрознены. Хе была хорошая по Кэнси. 2-4. Знаешь, прошлый матч, который комментировал команда LDLC, Хэппи носился просто в соло по карте. Делал кучу фрагов, но иногда это приводило к поражению в раунде. Мне интересно, он сегодня будет так же носиться или все-таки больше с командой играть? Ну, для этого нужно хотя бы, чтобы прошло несколько раундов, и желательно в плюс делал DLC, после чего у Хэппи будут развязаны руки, мол. А не когда сейчас вы пытаетесь, ну, просто добраться до равенства с командой
Эдколка, вот отвечая на твой вопрос, пока он с Мао тут идет вынужденную агрессию по точку Б, времени у него мало, он до бомбы не доберется, раунд им проигран. По поводу игроков, которые когда-то были на высокой ноте, а сейчас им приходится вот как-то перезагружаться. В мире ничего не происходит просто так. И быть профессионалом — это не только уметь хорошо побеждать, но и удерживать свою профессиональную форму при поражении. И вот кто-то с этим справляется, кому-то не требуются подобные перезагрузки, кому-то они необходимы. Просто вернуться на вот тир-1 уровень, когда там побывал и ушел обратно там на тир-2, тир-3, намного тяжелее. Ну да. Чем просто до туда дойти и там удерживать позицию. Потому что у тебя там есть какая-то мотивация. У тир-1, вот что меня очень сильно расстраивает, сильная поддержка комьюнити, которой нет у тир-2, у тир-3. Да, и... Когда ты попал в тир 2, тир 3 на долгое время, наверное, какое-то психологическое давление присутствует. Ты не можешь никак собраться с мыслями, хотя вроде все делаешь, как и делал ранее. Ладно, Алексер тем временем дает опенфраг по Мау, и Дэвида, возможно, не прочекал сейчас при выходе на А точку. Ну, дефолтнейшая позиция, по идее. Просто гранат никаких у LDL свита нет. Там только молотов, хаешка, две флешки остались. Молотов полетел уже, по идее, на кассу. Хэппи убивает Эйда. И остается ситуация 4 в 3. Бомба, по сути, вот лежит в чистом поле. На точке А подбирает ее сейчас Сиксер со снайперской винтовкой. Идти ее ставить, ну, занятие неблагодарное. Так, ну Хэппи как раз продвигается в окно. Сайкин чекает данную позицию. Хэппи сейчас может тайминг очень противно словить, но Сайкин не успел его поймать. Ух, это действительно печально. И вот Сиксера, который с ВП выходил там на установку бомбы, ловит с коннектора. Хорошо, Сайкина убивают в ответ. Как же сейчас обидно за Сайкина. Ну да ладно, Хэппи, зная, что есть коннектор Эмали. Вообще можно потащить этот раунд, но Патрик в яме, по нему инфы никакой. И он здесь должен забирать мейджора. Мейджор погибает. 30 секунд, надежда только на Хэппи. Хэппи понимает, что нужно коннектор закрыть, залетело. И не получается это сделать. 5-0. Пока это ну, просто вот, опять же, летят по своему сопернику, но примерно такое же мы видели на предыдущих миражах. Да, но там была доминация за атаку, а здесь за защиту ребята включились на полную. Ну, и все, по сути, вот эти задумки LDLC сейчас разбиваются о стен защиты. Ресурсы имеются у Эдхока, вот LDLC вынуждены страдать на диглах, но есть хотя бы гранаты, есть арморы и надежда, что если вы выбьете девайсы, вы будете сражаться на равных, а не улетит ваш прицел после первой же пули куда-то в небеса. Выход под апарты точки Б, там же приемка с машины уже организована белой, и все под контролем у Эдхок на этих таймингах. Так, флешка. Патрик очень далеко заходит. Ну, а тут уже энтри по Хэппи. Девайс по-прежнему остается, но выйти на Мали не получается. В размен Алекс находит еще и мейджора. 5 в 3. LDLC тают на глазах. Так, падает Мау, ну и Кенси с Фиксером вдвоем. Все очень важно такие раунды проводить с минимальными потерями защиты. Поймали еще и Кенси, и остается только один Сиксер своим калашом, который пытается уйти на старт. Его уже ждут на краешке этих ящиков. Сиксер, ну, прям... Даже дэмэджа по арморам не получили сейчас Эдхок в достаточном количестве. 6-0. Пока что Эдхок смотрится очень и очень уверенно. Так и есть. И LDLC вроде бы закупаются, но им не хватает каких-то стратегических решений, вполне возможно. Насколько я знаю, мейджор сейчас капитанит. Возможно, Хэппи ему в этом пытается чем-то помочь, но игра не клеится совсем. Сел молотов коннектор Мали. Уже довольно интересной позиции находится. Вам спасибо, дорогие друзья, что вы выдерживаете подобные марафоны. Когда вы готовы смотреть Counter-Strike часов по 12 в день, мы можем только вам поаплодировать и вместе с вами наслаждаться этими играми. Так, Патрик не справился с управлением на точке Б. Сайкин пытается что-то исправить, дает первый фраг, но нужно размен LDLC. Даю сразу два фрага в ответ, но тут приходит Мали, который с Кичина успел забрать Кенси. Алексер последний. Все переворачивается с ног на голову, и Алексер все-таки смог Сиксер дострелять. Это первый раунд для команды LDLC, выжили они вдвоем. Это редкая ситуация, ну, мы ее уже видели сегодня, но глобально все-таки редкая ситуация, когда у атаки после победы бай будет хуже, нежели чем у защиты.
Да, ну, первый взяли LDLC. Сколько смогут набрать вообще в первой половине? Самое главное вообще не остановиться, сейчас не споткнуться. Если вас опять выведут на какой-то ресет экономики, у вас накоплений-то немного. Коэффициент временем 3. Ну, очень быстро потерялась вера в команду LDLC после такого уверенного старта от Хок. Смог прилетает Мейджору на лицо прямо, но он продолжает играть в апартах под точкой Б. Основное звено LDLC двигается под апленд, где два опорника Хок стоят на небольшом таком кроссфайре. Так, прокидка Б точки, Мейджору молотов дали. И он в ответ тоже прокинул, но выход будет по точку А. И, видимо, интересный фейк намечается от LDLC. Вопрос, Давид или там Алексер будут ли стягиваться вообще? Ну, пока вроде бы Мейджор уже забирают, и нужно уходить. Хэппи с центра, Алексер. Алексер такое не надо попадать. Такое надо попадать, Алексер. Но тут Давида все-таки не прочекали. Тут 3 в 5, 56 секунд. Еще забирает и Кенси. Наконец-то размен. Но два красных. Хэппи спешит сейчас на КТ кое-как попытаться разменяться. И у Сиксера как раз есть флешка, которую он может накинуть для Хэппи. Но пока что он занят установкой бомбы. Сакин отходит в итоге глубоко в КТ, и флешка даже не поможет Хэппи, поэтому он остался жить на КТ возле Дельпана. Все тихомирно пока, но идти на эти ретейки, конечно, проблематично. Молотов полетел, Хэппи зажимает за боксом, попали по нему, он сгорает. Нет, его Патрик застрелял по итогу. И вот теперь уже у Сиксера сложности. Отстреливает Алексера, успевает заметить Сиксера, но перевестись, точнее... Заметь Секина, но перевестись не успел. 7-1. Там в последний момент успел прибежать-то игрок с китами, иначе 10 секунд задефюзить не успели бы. Все под контролем. Ну, хотелось в это верить, что все под контролем. Под контролем все было у команды Ad Hoc. Все действительно очень... Ну, я к тому, что они успели раздефузить. Да. LDLC споткнулись. То, о чем мы и говорили. Да, бай есть, но бай в ноль. Мы готовы всю жизнь. Нас растили для этого. Вся наша жизнь вела нас в этот вечер. Да, пару дней назад 31-29, сегодня 28-25. Когда-то я играл еще матч в Rebels 32-36 на Кобле. Да, мы выяснили, что это из-за тебя уже. Вот, ну, серьезно. Ты даже когда трансляцию, наверное, смотришь, подставляешь всех допы. Допы, допы. Знаете, друзья, если вы смотрите Counter-Strike и допы на карте, значит, где-то эту же игру смотрит Киберфокус. Каждый выход с ямы от команды LDLC, и Давид готов это дело принимать. Ну и приемка Алексера, в принципе, снайперская винтовка. Главное не промахнуться. А, видимо, он уже промахнулся. Так, Алексер, ну, по таймингу открытие. Сразу же Сиксер его увольняет. Но тут Давид живет под коврами, под флешку, готов еще давать фраги. Но тут Скавров мало пытается его забрать. И Сиксер еще один фраг нашел. Хэппи подключается с подвала. И тут уже 4 в 2 нужно... LDLC доигрывает такой момент. Мали в скопе с Аугом прыгнул в окно на упор позицию соперника. Это, конечно, что-то с чем-то. Секонд остается один против двоих. В принципе, шансы у него еще есть. Но вот игрока на голове он не читает. И его просто разводят. 2-7. Хок также попались на удочку 1-1-1. И пусть у вас там хорошие накопления были. Сейчас деньги заканчиваются. 7000 секунд. Он может купить снайперскую винтовку. Либо же не дефолтный пистолет раскидать. Но нет, это АВП и, видимо, бай до 2000. Ну вот как раз LDLC неплохо... В прошлом матче играли за защиту, в частности, Сиксер выделялся с АВП. Сейчас, не знаю, два раунда в атаке. Если наберу там 6-7, то вполне вероятно мы можем увидеть камбэк. И тут коэффициент, насколько я понимаю, около 3 на LDLC прямо сейчас на эту карту. Да, так и есть. Венция пытается открыться. Продамажил Мали. Мали также дал свой выстрел с дигла, но дэбэдж минимальный. Буквально 22% ему сносит. Мали остается играть на кресле, и это, естественно, должны учитывать LDLC. Поймали Мали. 5 в 4. Так, хорошее начало снова для LDLC. Не спешат они. Сейчас вот Алексер должен давать один. Сразу же, возможно, отойдет. Да, так и есть. Прокидка от точки Б от Хэппи. Но Хэппи понимает, что в Зиге может быть снайперская винтовка, и выходить здесь будет очень опасно. Флешка полетела. И отходит все-таки LDLC. Бомбу выносит на пустой плент. Ad Hoc нужно просто сейвить. АВП будет. Но если не получится отстрелить там двух игроков каким-то чудом. Так, ну Ad Hoc...
Неаккуратно под бэт-точкой LDLC на А выйдут без особых проблем, установят бомбу и, скорее всего, заберут раунд. Да, здесь сложности не должно возникать, хотя вот там есть небольшой прорех в этом смоке, и среагирует ли Алексар, но бомбу вообще ставят в закрытую и ничем не рискуют. А здесь уже игроки защиты подошли с пистолетами, могут попробовать искусать сейчас Сиксера. Сиксер промахивает СВП, второй промах от него, но НС прикрывает. Ну, Алексар дал два фрага, против двоих остался. Учитывая, что у него нет китов, он вряд ли пойдет на этот ретейк, да и СВП это не очень целесообразно в данном случае, поэтому... Да, с потерями, но LDLC 3 все-таки заберут. Да, по сути, они выбили 3 девайса у соперника. Это тоже неплохо, учитывая, что впереди еще добрых 5 раундов, вы можете вывести противника на ресет. Угу. 7-3, LDLC, отлично. По крайней мере, уже это будет не какой-то провал. Еще пару раундов-то они должны точно взять за эту половину. Но AdHawk будут всеми силами мешать. 4800, 3850, даже секонд сейчас очень мало денег, но ему раздроп дает AlexR и компенсирует этот недостаток. Вот Патрик, возможно, да, купит фармган, MP9 у него в руках, для того, чтобы были гранаты и вы играли хотя бы со смоками необходимыми и молотовыми. Ну да. Готовы? Готовы сейчас LDLC работать под точкой А. Потерял самого Сиксера. Под А там действительно остается только один доит, и вот нужно кого-то звать к нему на помощь, наверное. Так, смог КТ, смог джагл, смог головы, пошел выход. Кенси работает первым номером, будет, скорее всего, занимать под КТ, под пешку залетать, но тут уже Давид падает. И Кенси почему-то побоялся дальше проходить в КТ. Он остается на контроле, под этим смоком играет, возможно, пытается поймать КП. Я пытался как-то это объяснить. А это как ты объяснишь? Это объясню, что молодец. КТ не занимается. Да, КТ не занимается. Сакен наказывает, конечно, и бомба все еще тикает. Но ситуация 3 в 2 уже смотрится куда реалистичнее. Для AdHawk у них есть киты у Атрика, и можно ворваться вот даже на средних таймингах. Так, ну есть смок на бомбу. Если Сиксер не будет промахиваться с АВП, то есть шансы, на самом деле, на взятие этого раунда. Первый пошел, дальше еще... Хэппи, а бомба-то на дефолте, Хэппи! А, киты найти и дефьюзить успевает, успевает. Да ладно, не успеет. Ух, 8-3. Там уже пик. Изначально на дефьюз сел игрок без китов. Когда они только-только зашли за плент. Кенсия, если бы ты занял КТ... Все было бы по-другому, но не сегодня, видимо. LDLC денег-то нет. И сейчас придется играть с пистолетами и дефолтными арморами для того, чтобы в 13-м чем-то закупаться. Говорил, что еще пару раундов LDLC точно уж возьмут, но вот уже не настолько это точная информация. Фармганы остаются на руках у AdHawk. У них у самих экономика крайне слабая, сейчас лучше вообще не умирать. Так, Давид, а в соло здесь на точке пока что хелпа есть только с джангла и коннектора. Сиксер забрал одного, ну на этом все. Мейджор последний в яме, даже не вышел из нее, и бомба упала под точкой А. Ну, на контроле AdHawk уже все силы стянули как раз-таки под аплент, и Мейджор будет играть до конца, даже, видимо, поздних таймингов не дождется. В принципе, оно того и не стоит. У него есть еще флешка смог, но он открывается с ямы, убивает Сакина. И это два фрага, которые сделали просто на паре по 250-х и дигле. Это хорошо, потому что AdHawk еще также могут выйти на какие-то ресеты к 15-му раунду. Твоя армия пришла или что? Разлогинься, убери телефон из рук, я все вижу, фокус. Полетели на смоки. Спасибо, друзья, за вашу поддержку. Спасибо за ваш позитив, потому что при таких долгих трансляциях это всегда разбавляет обстановку. Вы классные. Ну вот сейчас Сиксер пошел в ковры, попытался там найти фраг, но никто не открылся на него. DLC при этом не спешат занимать мидл. Но вот AlexR в зиге с АВП уже делал опенфраги. Возможно, получится и сейчас это сделать, если через паузу все-таки DLC решатся выйти на центр карты.
Вот пока они действительно в ожидании. Поджим продолжается. Хайпе молотов ловите. На кухне становится жарко. Прокидывается еще и флешка. Алексар убивает тем временем. Мау в повторное открытие. Да ладно, вот так в наглую. Тиммейт уже тебе не помогает. Смог отбрасывать, чтобы не задавили. Но и не хотели LDLC этого делать. 4 в 5. Мейджор берет под контроль коннектор. Мари прикрывает ковры. И вроде бы кроссфайр неплохой. Но выходит все равно не на укрепление сейчас LDLC. Так, кинься, флешка, джангл, Давид, какой зажим-то неудачный, учитывая, что был фармган. Простительно, дальше неудачный выход какой-то от LDLC, но кое-как разменивается Сиксер и Кенсия 2 в 2. Теперь Кенсия! Печально все, может какой-то прострел под искру, но нет, бомба поставлена, и теперь XRR перед серьезным вопросом стоит, идти ли на этот ретейк, либо сейвить снайперскую винтовку. Есть информация, что Кенсия битый, но нужно свапать девайс на что-то иное. Ты есть, гранат нету никаких. Очень много позиций вот придется чекать ему сейчас, выходя на точку. Угу. И времени уже практически не остается. Поэтому, наверное, все-таки это будет сейф от Алексерера, и LDLC возьмут себе четверочку. Да уж, ну LDLC могут еще побороться за 5-6 раундов, и там уже во второй половине включиться на все 1000%. И вот LDLC зачастую такое, что они очень долго раскачиваются. Не знаю, включатся они на 100% на этой карте, или уже мы увидим супер борьбу на второй. Непонятно. Ну и сейчас бай, опять же, до 2000, 2,5 от AdHoc и армор у Мали. Дигл, мы уже видели, что и 5-7-ы. Что и точнее юспики дают здесь, в принципе, фраги. А с 5-7-ами будет и того проще. Сиксер с ямы. Прострел скамейки. Выход от Хэппи. Хэппи играет у нас парапетто. Ну и давят точку А. Открытие. Укрепление от Хок сейчас может очень неплохо выстрелить на этих контактных позициях. Мари прячется, но убивает Рушсокина, и остается лишь три опорника направления. Без разменных фрагов. Начинает подключаться Мали. Мали спалился, но у него сразу не среагировано. Еще одна флешка. И это быстрый раунд для команды LDLC. Мали вообще что-то по стрельбе не пошло. Ну да ладно. Ну что, выход на 6-й для LDLC, как ты думаешь? Ну, сейчас, на самом деле, у AdHoc есть прекрасная возможность сделать счет 10-5 и там с выигранной пистолеткой и линией за атаку свести все это к какому-нибудь там 13-5. Это вспомни, как AdHoc пистолетку вообще взяли. Чудом. Они взяли ее чудом. И сколько раундов там на последних секундах они раздефузили. У них просто такой стиль жизни. Дробовичок от Алекс Ререр сейчас может, в принципе, сработать и разбавить у нас томный вечер, но он стоит не первой позиции, принимая яму. Так, молотов под Б-точку, Кенсия раскидывает здесь и не дает поджать, но Патрик успел все равно зайти, а здесь в подвале нужно разменяться, хорошо, 4 в 4. Ух, падает еще и Давид, и таким образом остаются в большинстве игроки атаки LDLC, по сути, продавили уже точку Б, но разворачиваются под А, где один Алекс РР своим МАК-7. А что-то непонятно дело там. Раскидал у нас с ямы игрок команды LDLC точку А, в итоге они подумали, блин, так нам на Б надо идти? Но все-таки вернулись, то есть что-то... Много предложений, видимо, в тимспике прямо сейчас у них. Просто как бы Алекс РР после первого фрага здесь не задавили в размен. Подставляется под него, он даже первый фраг дать не смог. Нанес дэмэдж, безусловно, но малое количество. Сакин идет через подвал врываться в этот плент. Бомба уже будет поставлена, ему нужно убивать четверых. У него есть, в принципе, 4 гранаты. Так, Сакин пока в коннекторе. Хотя бы какой-то молотов прокинуть. Может, конечно, эффект неожиданности хочет выйти, но 1-4 хорошо, первого забрал. Минус по мейджору есть. У него нет китов еще, вот что нужно помнить. Боится, что его давят в спину, могут обходить. И, в принципе, правильно. Слишком много игроков у LDLC в живых. Сиксер пытается работать против головы. Выигрывает эту перестрелку против Сокина. И 9-6 заканчивается первая половина. Ну что же, я думаю, без лишних слов мы скажем, что очень все хорошо для AdHoc, но нужно за атаку сейчас собраться максимально, иначе уже просыпается LDLC. Ну а мы пока уйдем на небольшую паузу.
Absolute Bet. Made for live betting. Ну что же, нужно найти сейчас силы, конечно же, команде Ad Hoc продолжать тем же духом, при том, что они отдали последние раунды своей защиты. И вот вопрос, в каком настроении LDLC переходит за спецназ. Я думаю, что в хорошем, учитывая, с каким счетом они проигрывали, сейчас взяли минимум и, как я уже говорил, раскачались. Безусловно, будем за этим наблюдать, друзья, вместе с вами в течение ближайшего получаса. Первая карта последнего Best of 3 сегодняшнего игрового дня. Это, естественно, Мираж. У нас дальше Инферно, Даст 2. Все по классике, все стандартно, без каких-либо изменений. И вот меня, на самом деле, это немножко расстраивает. Я бы с удовольствием посмотрел за каким-нибудь Трейном. Нюк вообще забыли. Его очень давно не было. И Вертига еще хотел сегодня посмотреть. Вертига, да. Который есть... я комментировал 31-29. Короче, инсайд. Эти люди не любят Вертига. Они вам нагло врут. Вертига люблю только я, потому что это какое-то разнообразие. А кто тебе сказал, что я люблю Вертига? Ну, не знаю, злоба говорит, и потом такой просто стоит и нет, не хочу Вертига. Вертига действительно было бы интересно, потому что заставляет команду думать по-иному. Но что-то мне подсказывает, что вернувшийся кэш скоро нас такой... возможности может лишить. Ну, я видел, кстати, новые скрины кэша, и там было все очень даже прикольно. То есть мне понравился кэш новый. Вот пока же Алекс Рэр визуально по этот мейджор. Мы посмотрим, да, как он будет играться. Это самое важное. Оу, хэппи! Вот это подключение вместе с мейджором Сайкин и Дэвид. Остаются вдвоем. Бомбу дали поставить, но дальше Сайкин такой с Б-точки... говорит, ребят, а можно было чуть-чуть пожить, я же иду в спину. Подожди, подожди, его пытаются найти сейчас на точке, но он не успеет бомбу просто остановить диффьюзера. Ой, ну хотя бы Кенсю забрал. Ну, двоих смог уничтожить, но тем не менее LDLC забирает себе 7-й раунд. Да и сейчас они могут закупаться, покупается уже 2-й армор от Марии, значит будет серьезные ресурсы затрачены на этот раунд. Нет. Нет, мы... ну, по крайней мере, я могу сказать за себя, что я ставки не делаю вообще. Я уже об этом говорил вчера, и причин для этого много, начиная с того, что я проиграюсь и разорюсь очень быстро. Пойду на улицу. Пока же у нас Ad Hoc находится... То есть ты выходишь на улицу, только если разоришься. Как в казино, знаешь, где-то не окон, ничего, просто время летит незаметно. Ну и LDLC. Оборону свою проводит в виде укрепления точки А под ямой. Так, ну, опять же, то, что Ad Hoc закупили, сейчас может быть неожиданностью для LDLC. Ну, посмотрим. LDLC, перестрелка первая, понимает, что больно как-то прилетать, и неуверенные там тапы, что с одной, что с другой стороны, ни Сиксер, ни Маль не смогли друг друга убить. Да, стрельба была, конечно, ужасная, но, тем не менее, без фрагов. Флешка на мидл. Сиксер, надеюсь, не думает второй раз репикать. Хотя нет, его ничего не останавливает. Мейджор как не забрал сейчас своего оппонента. Надежда только на Кэнси, но тут размен, опять же, в пользу Ad Hoc. Бомба будет установлена. И я не знаю, стоит ли вообще LDLC сейчас пытаться что-то здесь сделать, либо сразу же уходить на сейф. Хэппи, привет. Да, и, собственно, забирается его девайс дополнительно. По всей видимости, идут охотиться дальше Алекс РР со своим диглом. Ну, Фомас тоже можно будет достать, но пока работает на хедшоты. Выйдет он прямо на Сиксера. Сиксер 16 хп. Куда ни попадет, это все равно будет труп. Но труп оказывается в виде Алекс РР. Ну и Мау. Один тут под Б домом. Не знаю, сможет ли он найти фраг по Дэвиду. Но Дэвид вообще хитрый, ушел в другую сторону и все. Ну и таким образом два девайса хотя бы LDLC засейвили за собой. Правда, денег сейчас нет их поддержать, а Ad Hoc могут вырваться далеко вперед на 11, а там уже на девайсном, если будет победа, это потенциальные 13 раундов. Друзья, вы же не забывайте про промокод LOT300, по которому вы можете на LOTBET получить увеличение своего депозита до 300%. А также помните, что идет розыгрыш PlayStation 4 Pro и VR-очков для данной приставки. Все баннеры есть в аннотации по трансляции. Если вас заинтересовало, если вы верите в свою удачу, кликайте, пробуйте, все для вас. Ну а пока же все для Ad Hoc, вся карта, весь мираж.
Так, минус Мали, хорошее начало. Но вот стоило ли ему одному выйти? Хотя, по итогу Тайтхок выходит на точку Б, и там никого нет, только один игрок в кичене. Как ретейкать, опять же, непонятно ребятам из команды LDLC. Но Хэппи... Хэппи пытается кого-либо еще и нам целить, но не получается абсолютно. Не идут, самое главное, Тайтхок, вот что вот мне нравится. Они не прыгают в эту кухню, они заносят туда шашками на голову. Они просто ждут, когда игроки LDLC пойдут их пикать, а они не идут. И по итогу раунд вы выигрываете, это самое главное. Да, 11-й для Тайтхок. Ну а дальше надо собираться с мыслями ребятам из команды LDLC. С хорошим баем, там все дела. Но, опять же, АВП не будет в следующем раунде, так точно. У Хэппи вообще $250. Но, возможно, ему кто-то даст дроп, и все будет окей. Гэнси может спокойно скидывать ему какой-нибудь кольт. Еще даже на гранаты хватит, хотя нет, ему надо купить армор. А вот Сиксер должен поделиться. Да, как вариант. Ну вот пока, видимо, тянут спичку, кто будет давать деньги Хэппи. Дроп, давай. Да ладно, не дали, ты посмотри. Ты посмотри, не дали дроп Хэппи. У них есть на это деньги, они не дают ему девайс. Сиксер? Ну это, скажем так, мы оставим себе 2500-3000, чтобы в следующем купить, если что, снайперскую винтовку, а то и две. Сиксер. Я, как адвокат, буду защищать Сиксера в этих условиях. Ладно. Летел молотом. Если проиграют раунд, и ситуация по итогу будет один в один, останется Хэппи. Презумпция невиновности, все, ничего не знаю. Укрепление LDLC, точки А, полетели гранаты на окно. Хэппи готов принимать выход на зигзаг, но Тайтхок тем временем разворачиваются с бомбой и идут под телевизор на точку Б. Ну и Кенси на головах сейчас, Сайкин, возможно, словит хороший тайминг. Каково? Ну, Кенси здесь перестрелял. А вот, наверное, можно какой-то дроп подобрать. Сразу же пошла стяжка под Б. Но тут пока Тайтхок не вышли. И успеет ли кто-то прийти? Начинает только в кичен заходить. Сейчас игрок Хэппи попал по Давиду. И Сиксер успевает все-таки прийти за плент. Но вопрос таймингов. Забирает по итогу Патрика. Начинает жить. Но только на один фраг Алексер забирает Мау. 3 в 3. Дэвид красный. И Кенси начинает заходить с Б дома. Кенсия! Как же можно затопить-то сочного? Алекс РР живет и все-таки его забирает Хэппи. Он вдвоем будет оборонять поставленную бомбу. И вот сейчас у LDLC есть все шансы, по идее, но нет китов. Так, Хэппи забирает еще и Давида. Ну, Мали последний в пленте. На самом деле шансы есть. Понимаю, что Хэппи, скорее всего, в кичене до сих пор и остался. Минус по нему. Дальше 1 в 2. Минус мейджор 1 на 1. Кенсия или Мали. Мали красный, 18 хп. Но времени уже все меньше и меньше. И Мали тащит этот раунд. Шикарная работа от Мали, конечно же. Знатно разваливает. И таким образом LDLC не могут взять себе восьмерочку. У них были девайсы. Ну вот, как раз-таки, да, вы проиграли раунд, но 6000 у Сиксера, и Мейджор также покупает себе снайперскую винтовку. Видимо, в этом и был план. Но если этот план не сработает... А там вот, кстати, Тайтхок взяли два МАК-10, хотя могли взять что-то посерьезнее. Это... А это РАШ-Б просто. Зачем им нужны АК-47, когда тут и так слепые игроки команды LDLC, но Кенси все равно дает опен-фраг, Мейджор промахивается с АВП, Кенси дает второй, но тут уже, наконец, размен, Мейджор снова промах, его сейчас просто задушат, и да, так и есть. 3 в 3, бомба будет установлена, но Сиксер еще не смог тоже хелпануть ничем с АВП, Хэппи со спины, минус по Алексеру дал, 2 в 2 будет ретейк, Мау уходит с кичена со смока, забирает Мали, знает, где находится сейчас Сайкин у нас Хэппи, спрыгнул тот в плент, 1 на 1. И просто подставляется под очередь с фланга. Хэппи выигрывает раунд для LDLC. На тоненького, невероятно на тоненького сейчас раунд получает LDLC, и это абсолютно ничего не гарантирует. Но у команды Тайтхок сейчас даже будут какие-то проблемы у Алекса Рера по деньгам. Но что-то может Давид отдать. Давид Кей 2650 после того, как он отдал снайперскую винтовку, покупает себе дигл и несколько гранат. Это да, ну вот... Очень трудно даются раунды ребятам из команды LDLC. Сейчас у них ужасный бай. А также у Тайтхок появились проблемы, поэтому тут может быть переломный момент из-за этого раунда. Да, ребята, и многое друг здесь решится.
Выход изначально с бомбы идет, по крайней мере, под точку А. Трех игроков на потенциальный раскейт. Два игрока атаки идут через подвалы. Такой сплит точки А. Плюс возможность подсада в окно. Но на джангле нет ни одного игрока сейчас у LDLC. Так, Патрик, 56 хп, хорошая хе. Хэппи на стенке, прокидывает смог ковры, Мао там живет на балконе. А тут буст в окно, чекают вообще кто-либо или нет. Мали, Мали должен кухню чекнуть. Сейчас ему же просто затылок продырявит, по итогу Мали открывается, но Энси оказывается точнее и захлебывается атака. А посмотри, что делает этот Хок, они стягиваются по точку Б, но это должно читаться. Сейчас должна быть хелпа от Хэппи, Хэппи стягивается под кичен, будет выход на Б. Кенси заметил, нет, начинает отходить. Ну, никого, скажем так, заранее не получается оформить. Хотя сейчас Кенси убивает Сикнови, также минус Алекс РР. И только Патрик дает один минус по Хэппи. Возможно, еще на что-то его хватит. Да, времени много, но против четырех игроков защиты это невозможно. Так, ну и Мейджор ставит точку 12-9. И все ближе и ближе. Тот самый паритет заветный для команды LDLC. Миражи сегодня простых не будет, по всей видимости. У нас вообще получается, как только ты пришел, ни на что не намекаю, у нас ни одной быстрой карты не сыграно. Все играются минимум там 26 плюс раундов. Вот просто заяц нашел, на кого всю вину свалить. Все сходится, это как просто как бы все ниточки ведут тебе. Ну и Майндхок сейчас на дефолтных пистолетах, на дефолтных глоках с минимальными гранатами попытаются ворваться на Б, поставить бомбу. Это их главный план. Там, по-моему, Кинси не самая лучшая хаешка, но какой же дэмэдж от Мейджора! Просто эйс от Мейджора, 12-10. Но сейчас будет полноценный бай от Хок, но вот тут уже игра начинает приобретать новые краски, поскольку LDLC практически догнали своих оппонентов, и тут уже очень все близко. 5 калашей в атаке. В защите снайперская винтовка. Есть аук, есть трофейный калаш. 2 кольта у всех киты. Это важно. И выход со стартом. Сиксер успевает занять позицию на зигзаге. Хорошо сюда вышел и не стали врываться от Хок на первых же таймингах. А вот теперь под флешку выстрел Сиксера чуть раньше, чем того требовала ситуация. Ну и не получилось ни с каким визуальным контактом здесь сыграть. Так. Хе под ноги. Как? А потому что вот мы отвечали на этот вопрос, что гранаты урона не наносятся злобой на первом best of 3. Потому что под скамеечку закатилось и все. Ну ладно. Мейджор сейчас в итоге в ретейке почти. Ну ладно. Сиксер, Мейджор упали. И... О, хорошо, забирает. Даже да? Бомбу не поставили, чтобы говорить про ретейк. Ну да ладно. Хэппи и Мао, наверное, будут думать о сейве в этом раунде. Ну, опять же, да, у вас есть, ну, скажем так, три потенциальные докупки по девайсам в следующем раунде. Плюс вы можете даже вторую снайперскую винтовку купить через Сиксера, если выживете вдвоем. А вот Хэппи очень опасно сейчас находится, и его здесь могут подловить, наказать. Ну, Хэппи сам сюда пришел, мог давно уйти уже куда-нибудь на мидл, либо на ТРС. Но в итоге он дает два фрага сейчас. Хорошо выбивает девайсы. Еще и ХЕ прокидывает. Алексеру потребуется каким-то образом сейчас все равно открыться. И Хэппи справляется и с ним. Очень много девайсов сейчас выбил Хэппи. Тем самым LDLC должны сейчас рисковать, делать бай и пытаться переворачивать. И плюс, опять же, не стоит забывать, вот мы очень часто акцентируем внимание на том, что выбиваются девайсы. Помимо этого, ну все-таки ты с каждого фрага зарабатываешь копеечку. Там копеечка, тут копеечка, и вот у тебя уже есть еще там дополнительно армор или девайс. 13-10, все максимально интересно, и три фрага, сделанных по Эдхок, очень сильно режут их экономику, действительно. То есть впереди еще немало раундов, особенно если команды будут стремиться к каким-то допам, а они явно не хотят сдаваться. Ну, Эдхок особо ничего такого не делают, а вот LDLC немного не по таймингам вообще играют. Часто им приходится выходить на ретейк, когда уже Эдхок вышли на точку, и размениваться качественно не получается. Ну, будем надеяться, что за эту паузу они успеют нашифровать что-то, чего мы еще не видели. Хочется увидеть разнообразие. Безусловно, очень сильно отличаются стили исполнения сейчас от предыдущего миража, который мы смотрели в, ну, предыдущем Best of 3, где это был Decider. Здесь команды играют не так агрессивно, что ли. Ну, буквально пару врывов было под Б быстрых, и на этом, наверное, все.
Да, но на самом-то деле это работает, у AdHawk все эти врывы. А вот у LDLC есть действительно проблемы, и им уже ошибаться практически нельзя здесь. Потому что по экономике серьезные проблемы имеются. Ну, хотя и у AdHawk тоже, но у них по счету все более-менее нормально. Просто стоит отметить, что сейчас 24 играется как раунд за 2. И если это выиграет AdHawk, они-то выйдут уже на 15. Да. 15-10, тот самый счет коварный, который сегодня уже А неоднократно потом подставлял. 15-15. Да. Я смотрю, кто-то перед отпуском-то веселый. Хэппи готов принимать Хадаида с ковров, но тут кровавое пятно расцвело на стене, и AdHawk немного зажимается на коврах. В яме находится Сакин по-прежнему, и LDLC очень жесткую ставку делают на точку А. Согласен. Ну, при этом Алексер и Патрик находятся под Б-домом, и по идее это должен быть фейк. Вопрос, поверят ли LDLC. Пошел раскид на точку Б. Я прямо сейчас уже это вижу, но Хэппи пока что остался в своей позиции. Как же не вовремя достал гранату Хэппи, но, по крайней мере, смог отойти, забирать первого, забирать второго. Сахин только успел дать один фраг. Патрик, Алексей вдвоем. И все, бомба упала на, плюс информация делал DLC. 11-й раунд должен быть за ними. Это слишком просто было, с учетом того, что бомба там осталась лежать. Но вот эти два игрока атаки, которые сейчас вынуждены. Вот что им делать? Идти выбивать девайсы у защиты? Вы даже не знаете, на каких они позициях. Ну, 22 секунды, наверное, тут будут сейвить. Да, выбора не остается. Но вы ничего докупить-то не можете серьезного. Да, Сакин, Но возможно, что-то купит, но это три вопрос, девайса. зачем Алексеру сейвить ЦЗ с армором? Армор дорогой. Хорошо, ладно. Ну, то есть, какие-то хоть аргументы должны же быть у Алексера в этом случае. Ну, просто так, навскидку тебе скажу, что если бы он погиб, он бы получил больше денег. Да, это понятно, но, видимо, решил, что можно и так как-то разыграть. Ну, то есть, AdHawk тоже здесь уже. Финальный раунд, и играется максимальное напряжение. Может быть, что-то в этот момент обсуждали они, как лучше в следующий раз разыграть. Два дигла сейчас в атаке. ЦЗ, два калаша остается на руках. Мейджор просматривает уже выход со старта. Смоки прилетели. За белый можно безопасно пройти, но делает Алекс РР немножко другой мув. Он врывается на зигзаг с ЦЗ-шкой. Так, хэппи. Ой, какие-то Опасный тайминги тайминг, да. жесткие. Сейчас Алексер может спину найти. Фраг по хэппи. Кенси, интересно, заметил зиг? Нет, минус хэппи. Да как так-то? Ну, хоть мейджор разменял. Кенси уходит в итоге на форест, понимая, что очень много игроков с Б-дома начинают выходить. Зажим неплохой. Мейджор, ты что, пойдешь в агрессию? Ну, да ладно. Тут может быть серьезные проблемы в том плане, что тайминги сыграют не в его пользу. Ну, мог хорошо заходит в спину через подвал, и к этому AdHawk должны, по идее, быть готовы. Бомбу они только сейчас должны поставить, по идее. Да, пошел таймер, и мейджор ждет действий от тиммейтов. Две снайперские винтовки в ретейке — это не самое приятное. Погибает по итогу от рук Мали мейджор. И остается только два игрока LDLC. Так. Ну, сейчас конкретно очень сложная ситуация в Нет DLC. гранат вообще никаких, там флешку прокинуть, смог сесть на диффьюз, это сейф. Ну, вот как так-то? Вы отдаете просто зиг, вообще не смотрите оттуда. Ну, вас выходят в спину, просто убивают, и все. И Чима убили. за счет этого берется раунд. Один девайс. Вопрос сейчас только к хэппи, и все. Один девайс остается всего-навсего у LDLC. 5300, а у остальных буквально по 2 там с половиной тысячи долларов. Маловато будет для хорошего бая. А если вы сейчас проигрываете, вы отдаете AdHawk 15. То, о чем мы и говорили чуточку ранее. И бай делают в ноль на все возможные. Две снайперские винтовки, три фармгана, немало гранат, две пачки китов. А вот Хэппи играет без армора. Я ж доп ты заказал. Я допы заказал, говорю. Допы заказал. Доставляется какой-то задержкой, по-моему. Мау готовится принимать яму. Хэппи. Отстрел центра. Дэмэджа пока еще не нашел. Закин просочился вроде бы на кран. Идет дальше под стул и просматривает зигзаг. Агрессия LDLC. Понимаешь, что кто-то может там показаться. Ведь тиммейты идут уже. И мейджор накалил.
на Виткан, но тот оставался на 2 кп. Ой-ой-ой, как же тут фармганы разобрались неплохо. Но еще есть живой Мали, который на троне. Хэппи помогает своему тиммейту. Сакин последний, Зиги. И 12 раунд уходит команде из Франции. Слишком просто, чтобы это было правдой. Эдхок, деньги... Денег нет. 400, и ты ничего не можешь себе купить. Щиты за LDLC. Вот, сразу видно, кто-то поднимает щиты за LDLC, LDLC начинают тащить. Давайте, фанаты AdHoc, подключайтесь. Поднимайте щиты, пишите с хэштегом UCC свои вопросы, свои кричалки. Все вообще, что вы хотите, чтобы вышло в эфир. Но главное, чтобы это прошло сенс режиссера. Да. Пока же играю через ковры AdHoc. Ну, сейчас будет быстрый выпад. Вопрос с Мау, сколько здесь фрагов даст. Выпрыгивают. Первый, второй. Боба просто прилетел на ниндзя. 13-14. Да, два раунда. Остается уже до 15 LDLC, а там 16 в запасе. Можно делать какой-нибудь интересный мем. Как Патрик сейчас прыгнул в плен. Там на самом деле должен быть стоп-кадр и грустная музыка, когда он смотрит на человека с калашом, в руках бомба. Или Воста, знаешь. Да. Алекс РР ведет свою команду теперь уже на девайсном раунде под точку Б. Бомбу скинули на телевизоре, пытаются собрать изначальную информацию. На окне контроль есть от LDLC, поджим еще и центра в аркаду. Но Сакин должен справляться, если рискнет там дальше идти. Вау. Так, вэшка. Ну и хороший опен. Есть проблемы на точке Б, на самом деле, серьезно. Вот LDLC, но тот мейджор хоть фраг дал в размен. Теперь по нему есть информация. Нужна срочная хелпа. Хэппи приходит, прокидывает ХЕ. И Мау забирает еще Мали. Так, 4 в 3. И не пускает. Просто душит сейчас LDLC команду. Очень долго думали AdHoc, да, прежде чем выйти. Поэтому за их долгий выход наказали ребята из команды LDLC, что, возможно, у нас будет... 16-14. А вот в чью пользу, это вопрос уже, ответ на который мы узнаем в ближайшие несколько секунд. Но сейчас у AdHoc вопрос не о том, чтобы взять 15-й, а о том, чтобы поставить какую-то бомбу и заработать себе светлое будущее в 30-м раунде. Так, ну, 4 смока, молотов имеется. Раскид, судя по всему, будет на апленд. Ни одного армора нет. И когда пойдут на ретейк LDLC, даже если будет поставлена бомба, очень тяжело придется. Так, зажим неплохой от Маус. Иксер сейчас, главное, что до него не дошли. Хэппи. Ну, разобрались. 15-14 LDLC все-таки, наверное... Нет, они забирали все-таки пистолетку. Нет, они проиграли. Да, они впервые выходят сейчас. Да. LDLC вперед. Очень и очень тяжело все им давалось, но щиты за... Что за больше комментаторов? Хоть кто-то о нас заботится. Спасибо, спасибо, дорогие друзья. Куда же мы без вас? И готовится приемка уже Ямы. Борщика бы сейчас, да, не отказался бы. Только пожрать. Накенси тут прыгают и жестко с ноги роняют его на спину. Я заказал допы, я же за тебе ответил. Ну, подожди, еще рано расслабляться. Вау, погибает. Остается AdHoc в пятером против троих. Хэппи. Don't worry. Надо было это сказать хотя бы раз за карту. И тут же еще в подсаде Сиксер получает аплеуху. Хэппи против Алекс РР, но его сейчас уже могут с джангла задавить. По итогу промах, уходит смоук, остается в коннекторе. Тиммейт подходит мейджор, ну как же так? Хэппи убивает Сакином и не хватает на финальный минус. Это 15-15. Не благодарите, друзья. Не благодарю. Он сказал не благодарить. Я молчу. Господа, да, это допы, и они начнутся буквально через несколько секунд небольшой паузы. For live betting.
Ну, смотрите, друзья, каждое Best of 3 игрового дня должно чем-то удивлять, должно поднимать планку, заданную предыдущими играми. И если на втором Best of 3 у нас были допы на первой карте 25-22, то сейчас они должны быть еще больше. Да уж, тут не поспоришь, допы. Очень серьезная борьба на данном турнире, и никто не хочет проигрывать. Безусловно, потому что сейчас уже играются матчи на вылет. Сейчас уже, по сути, определяется, кто будет играть в плей-оффе. А в плей-оффе $30,000, а это очень серьезные деньги для данных коллективов. Да, согласен. Вот что ты сейчас думаешь, кто все-таки окажется сильнее? Очень тяжело сказать на самом-то деле, но мне кажется, что LDLC сейчас уже, вот, чувствуя ответственность, чувствуя, что они все-таки до этих допов добирались, и им было очень непросто взять эти 15, должны, ну, давать себе отчет, что если мы проделали такую работу, нельзя же бросать на полпути дело. Ну, очень много своих раундов проиграли LDLC в основное время на первой половине, когда они успевали там когда Эдхок успевали раздефузить на последние секунды, и чего стоит пистолетный раунд тоже. Ну и что же, готовится первый раунд этих допов. Атака на центр от Эдхок и укрепление этого центра LDLC двумя игроками без аркады. Контролится Андер, а тем временем Мейджор уже пал под точкой Б. Вот опять те самые проблемы, о которых ты говорил. Получается снова их продавить. Ну да ладно. Посмотрим сейчас, как все по итогу будет, потому что шансы еще у LDLC имеются. Но Эдхок вообще не спешат, очень пассивно отыгрывают. Только сейчас начинают прокидывать мидл. Ну и Сайки начинает работать в зиге. Минута 10 на таймере. Сайки берет под контроль коннектор. Все вроде бы тихо, мирно для команды Эдхок, и давят они точку Б уверенно. Но вот Хэппи здесь должен давать фраги. Минута времени остается. Акин тем временем уже прошел вверх-вниз. Мау по-прежнему не раскрыт, но позиция Кенниса довольно дефолтная. Там уже неоднократно встречается Эдхок с соперником. Ну, Сайкин как раз находится в зиге. Пошел выход на точку Б по итогу. Патрик получил дамаг. Кенси справляется с первым, со вторым. Какой зажим! И Хэппи еще подключается. И что, не выйдут все-таки от Когда по план? А что, мышка прыгнула? Или ты, Давид, сам решил исполнить такое? Максимум силы, по-моему, сейчас демонстрирует у нас LDLC. И чуть ли не сожгли Мали, но он решил прыгнуть прямо на очередь Кенси. 16-15 LDLC. Первый раунд дефенса провели очень и очень хорошо. Но там приемка вот с 300 была просто идеальная, по-моему. Mm-hmm. Ну вот все равно как-то даже в меньшинстве LDLC сейчас поувереннее смотрятся, да? Да, в том-то и дело, что они не теряются. Это очень важно, оставшись в меньшинстве изначально. Но вот сейчас Кок выходит под точку А, где только два опорника. Но, в принципе, быстро перетянет сюда еще и Мейджа. Мейджора как раз-таки пробивали под Б первым номером. Видимо, ему дали другую роль сейчас. Так, Сиксер, контроль ямы, флешка. И успел забрать только одного. Чек вот сейчас на балконе. Минус в итоге по Мали. Мау уходит под ковры. Тут и Мейджор подключается. Флешку нужно накинуть и попытаться еще раз что-либо сделать. Но Патрик с Маки и есть игрок в коннекторе. Вопрос, чекают ли сейчас Айкина при выходе? Да, забирает он Кэнси. Теперь уже инфа имеется 100%. Есть игрок с ямы у команды LDLC. Сайкин выходит на голову и попытается сейчас что-то сделать. Нашли уже Мейджора, остаются 2 в 2, размена не получилось. Мау Хэппи 1 против 2, но у него отличная позиция, он заходит в спину, его не читают абсолютно. Нужно убивать обоих. Первая голова полетела прострелом, не может добрать хаешка. Рикошетом по Патрику, 13 хп, и он взрывается. Это раунд для защиты. Дьяволы, что же вы творите? Хэппи очень важный раунд тащит, но вот как он не попал там зажим хотя бы патрон по Патрику. Это вопрос. Ты слышишь этот голос просто на слоу? Да, тогда, конечно, какие-то кинематографичные моменты у нас сценируются в Counter-Strike. 17-15. И LDLC могут уверенно все 3 раунда закрыть сейчас за защиту, и допы эти закончатся крайне быстро. Эдхок, естественно, на это не согласны. Хэппи пошел в подвал. Ну, тайминг сейчас очень важен, конечно, с СГшкой прострелом пытается работать Патрик, 11 хп, да ладно, но все-таки дострелял его. Какая граната, Хэппи, в таком моменте-то?
Кенси пытается выйти с окна, но там уже должны его, по идее, просматривать. Прокидывается ему смоук, и Кенси приходится уходить. Просто куда? Под Б или под А двинется он. Так, ну есть мейджор, который подпушил бы точку. Все-таки забрал того самого Патрика, который был красным. Ситуация 4 в 4. Занятие медла от команды Ad Hoc имеется. И готовы они выходить с коннектора. Здесь, если Мау перестреляет Давида, то все будет неплохо позиционно у команды LDLC. Но этого не произошло. И теперь надежда на Сиксера. Сиксер. Да как не засчитала сейчас? Ну да ладно. Тут уже Мали продавил Сиксера по итогу. Кенси пытается выйти, но остались они вдвоем. У Кенси также не летит стрельба. И мейджор, не знаю, бракованное оружие выдали, по-моему, сейчас игрокам защиты в этом раунде. 6-17. Вторая пачка, ну, вторая половина, точнее, первых допов у нас подходит. Очень обидный раунд, я бы сказал, для защиты. Потому что все, казалось бы, читали, и позиция в яме агрессивная тоже. Он там не отвернулся по таймингам, чего лично я ждал на фоне предыдущих Best of 3. Все было сделано очень-очень хорошо, и все равно все перестрелки проиграны. Да, это был раунд однозначно для команды LDLC, но этого, к сожалению, не произошло. В любом случае, сейчас, по крайней мере, есть право на одну ошибку там какую-то дополнительно у команды, и LDLC имеет все-таки преимущество в один раунд. Им нужно чуточку меньше работы провести для того, чтобы закрылось все на первых же допах. Да, согласен, но в любом случае шансы отличные до сих пор есть у Ad Hoc, потому что они в защите смотрелись тоже очень уверенно, и сейчас они за нее перейдут. И могут удивить, вообще 3-0 тоже закрыть, почему бы и нет. Ну, это, конечно, будет, если 3-0 прям... Будет мега круто. И сейчас мы видим, что уже все проснулись, все показывают какое-то соло-исполнение. Вот единственное, что вот мейджор под точкой Б как-то он регулярно не справлялся в своих приемках. И каждый раз становился энтрифрагом, его вообще просто не замечая проходили. А потом уже тиммейты вытаскивали ситуации для LDLC при защите. Да, были проблемы у LDLC серьезные на Б-пленте, но сейчас они вроде как исправлены. И, как мы видим, взяли один раунд только на точке А. Ну что ж, друзья, давайте будем погружаться в игру. Опять же, у нас продолжается финальная Best of 3. Еще очень и очень много-много матчей, много-много карт впереди. Много времени мы еще будем с вами сегодня смотреть Counter-Strike. Не забывайте про хэштег UCC в чате Твича, естественно, писать к своим сообщениям. И это единственная возможность у нас почитать какие-то ваши отзывы, ваше мнение, ваши мысли по поводу данных встреч. Человек спать хотел пойти сегодня. Впервые, вполне возможно, после игр на данном канале. Я же сказал, не благодарите. Да, так и есть поставщик у нас просто этих самых допов. Злоба, когда уходил, говорит: «Заяц, держись, короче». Я с ним комментил недавно, у нас были допы чуть ли не самые долгие в истории студии. И вот я не поверил, я и был неправ в этом. На самом деле это интересно. Сейчас рекорд надо поставить, понимаешь? Рекорд поставить? Вообще меня не любишь. На самом деле это интересно, потому что очень мало, скажем так, осознанной практики при игре на допах. Потому что допы на фоне обычных игр, где все заканчивается за 30 раундов, случаются все-таки редко. И здесь проверяется выдержка команд, которую натренировать изначально очень тяжело. Она вот только в боевых условиях формируется у вас. Ну что ж, посмотрим, что вообще сейчас придумают LDLC в атаке, потому что изначально у них дела шли не очень. Ad Hoc тем временем вообще укрепились на точке в первом раунде в защите на допах. Ну вот опять очень быстро могут продавить точку Б. Этрик прокидывает смок, неужели пойдет давить еще эти апарты? Прыгнул и идет на стул. Кенси по-прежнему на контроле, у него есть еще и тиммейт под боком. Бомбу выносят на центральную позицию, и их просматривает Мали своим. Аугом уходит, и центр полностью отдали, по идее, вот на это небольшое окно, пока на джангл кто-то не уйдет. Угу. Так, Молотов еще прилетает, и Патрик упал по итогу. Еще там пару каких-то гранат, хайпе. Но Мали здесь еще и может подключиться, поймать. Другое дело, что его будут контролировать со старта. И все очень опасно соло открываться. Так, Молотов под окно. 45 секунд осталось. То есть LDLC, конечно, аккуратно подойти под плент — это дело хорошее. Но вот сейчас они вообще разворачивают бомбу и выносить ее будут под Б. Через зигзаг закрыли коннектор с маком. На точке Б по-прежнему только один Патрик. И это проблема. Ну, бей ты одного, убей двух, но тебя задавят вчетвером.
Угу. Ну, Мали пока что в окне не замечает, но хоть размен на Б-точке и есть, хелпы не будет. Хэппи дает еще фраг по Сайкину, и, по идее, этот раунд должны LDLC забирать себе. Хэппи должен работать против перетяжек, и пока там ставится бомба. Алекс Урар еще и наказали под флешку. Он промахивается. Но там тяжело было попасть. Спрятался в около DLC. Перестреляли Дэвида Кей. И тут же подставляется Хэппи постфактум. Выход Алекс Урара. Уверенный фраг. И остаются 2 в 2. Но время тикает против Мали. Так, флешка на зиг. Но Мали здесь уже... не успевает, можно так сказать, если ребята там хорошо сыграют перекрестный огонь. Так и есть, 18-16. И остается буквально один раунд выиграть LDLC для того, чтобы все закончилось на первых же допах для данной команды, а потом уже уходить на Инферно. Хм. Может, имели в виду оператора, который показывает нам КС? Обсервера, не знаю. Обсервера. Поднимать щиты за режиссера. Он тоже, бедолага, здесь старается вам все сводить красиво. Ака же полетели молотовы смоки, полетели дополнительная граната на центр. Быстро выходит сюда LDLC. Правда, в лице двух. Вот так вот прочекано сейчас было от Хэппи. Но есть размен. И спешат очень сильно сейчас ребята из команды LDLC. И за счет этого могут проиграть свой раунд. Так и есть. Мейджор последний против четверых. Да, Мейджор забирает первого, пытается уйти в яму, но его просто не отпускает. 17-18, такое хорошее начало для LDLC, но потом вот просто на ноге решили ворваться на точку А и их быстро остановили. Ну что же, будет ли у нас 18-18, либо 19-17 LDLC справятся? Какой же бай они нам продемонстрируют? До начала International закончим. Там же, кстати, по-моему, International очень рано утром сейчас начинается из Шанхая. Но ладно, это другая история. Мы постараемся. Постараемся закончить, друзья. Но если что, разгоряченные, сразу же перейдем на другую дисциплину. Сиксер тем временем подставился. Так, Патрик Умолотов прилетает. Но он успел пропрыгнуть наверх. И если Кэнси это услышал, то должен догадываться, что Патрик находится сейчас наверху. Вот сейчас уже выходить нет смысла. Не смог Патрик еще найти какой-либо фраг. Здесь было бы просто чудом. LDLC, может быть, стоит какие-то другие направления прощупать? Вы же просто идете на амбразуру сейчас. Так, и пошел под раскид выход LDLC. Патрик слепой. Убили Мейджора, убили Кенси, в живых. У Хэппи смоу, хорошо вскрыли точку, по идее. Но там остается еще один игрок, которого нужно развести. Мэлли. Мэлли не чекает, и он может двоих убивать. Убивает первого. Он никого не убил. Ну, подожди, окей. По Хэппи есть инфа, но он с АВП может здесь потащить такой раунд. Даже потому что у него АВП. Есть первый фраг. Хэппи, давай, пожалуйста. Один. Хэппи. Как же жестко он ставит точку в этой карте. Ноу-скоупом. Это просто божественно было. Я не верил, если честно, что у него это получится. Он зажатый на машине с АВП. Красавчик. Просто красавчик. Это нереально красивая встреча получилась. Да. Первая карта. Первая карта, но дальше... будет еще интереснее. Да, друзья, оставайтесь, естественно, с нами. Сейчас будет перерыв 5-10 минут, после которых мы с Киберфокусом к вам вернемся. А за время этой паузы обязательно заходите на Loot.bet. Используйте промокод Loot300 для того, чтобы увеличивать свой депозит до 300%. Мы к вам очень скоро вернемся. For live betting.
Mountains, rain, and snow, but I felt that I was further from.